Итак, друзья, перед тем, как перейти к первой прохождении первой точки, небольшая вводная о том, что должно быть у вас к моменту первой точки. Ну, во-первых, перед вами коммуникационный сайт «Сибирской артели». Здесь есть экран игры. Он располагается в левой верхней точке. Экран игры. Что такое экран игры? Экран игры – это дорожная карта, состоящая из 90 точек. Вот я вот тут пролистываю. То есть 90 точек развития стартапа. Сибирская артель – это территория, на которой развиваются стартапы, приходят капитаны и развиваются стартапы. Соответственно, если у нас развиваются стартапы, то должны быть точки развития, через которые они проходят. Мы на сегодняшний день выделили 91 точку. Количество точек постоянно дополняется и развивается. И если вы проходите, то есть вы проходите какое-либо организационное развитие своего стартапа, то вы помечаете на экране игры об этом. Соответственно, слева это у нас сами точки, справа это у нас стартапы, которые на сегодняшний день присутствуют в артели. Количество крестиков показывает, насколько глубоко и полно была пройдена данным стартапом, то есть каждый стартап это столбец, была пройдена та или иная точка. Один крестик — первичное прохождение, три крестика, соответственно, это полное прохождение точки. Помимо крестиков есть еще нолики. Нолики означают, что прохождение данной точки развития стартапа является избыточным или бессмысленным действием для данного стартапа. И мы думаем, что определить, что данная точка развития стартапа не нужна для вашего стартапа, так же важно, как и проходить те, которые вам нужны. Сам экран игры устроен таким образом. Красненький первый столбец – это количество всех крестиков, которые проставлены в таблице. У нас 91 точка и 399 крестиков. Каждый нолик соответствует трем крестикам. И у нас есть, почему не бьется, потому что у нас есть особые точки результата, мы их называем реперные точки результата, с 71 по 91 на момент сейчас, когда мы заполняем, это реперные точки результата, они выделены красным, здесь каждый крестик идет за 3. Понятно, что все предыдущие являются подготовительными, и здесь каждый крестик идет за 3. Поэтому 399 крестиков всего, и это 100%. И дальше вы, соответственно, видите, что данный стартап, который называется АМС Климат, 271 крестик, это 67,9% развития стартапа. 67,9% заполнения точек. Соответственно, игра бизнес-драйв, цель игры — это самому или в составе команды развить свой бизнес, развить свой стартап, сделать из него стабильный бизнес с чистой прибылью 1 миллион рублей, начиная накопительной чистой прибылью 1 миллион рублей с момента основания стартапа. И все промежуточные точки развития мы их фиксируем. Вопросы? Обязательно ли последовательно проходить точки, или может быть какая-то другая последовательность? Да, спасибо. Последовательность может быть любой. Это зависит от нюансов самого стартапа, а также скорость прохождения точек может быть тоже любой. Вы двигаетесь в своем стартапе с той скоростью развития, с которой вам комфортно. Вы выбираете последовательность прохождения точек со своим ментором. Общее направление сверху вниз, но вот вы видите, что некоторые крестики заполнены, некоторые не заполнены, то есть общее направление сверху вниз, но в принципе последовательность не важна. Может быть иной. У каждого стартапа свои. Спасибо. Еще вопросы? Пока нет. Ну что ж, значит, тогда мы переходим
мы переходим к первой точке.